Всем привет! Вот как видите, имеем кусочки разные металла. И как всегда, я попробую сделать из этого что-нибудь полезного. Вот имеем ролики такие. И как видим, они выточены очень плохо. Одна стенка толще, одна тоньше. И теперь нам надо сделать стенки одинакового размера. Это все мы попробуем сделать с помощью болгарки. Но самое главное, что в этих роликах сделано место для подшипников. Так сказать, оно уже выточено, и там даже стоят подшипники. Thank you.
Ну вот, немножко я сделал эстетичный вид, подкрасил. Осталось все детальки собрать по своим местам, и можно будет его тестировать. Данный трубогиб сделан из 80-го швеллера, и вставочки сделаны из 60-го швеллера. Трубогиба длина 50 сантиметров, а высота 40 сантиметров. Данных роликов высота 95 мм, а ширина 35 мм. В этих роликах вмонтированы подшипники, значит этих подшипников наружный размер 45 мм, а внутренний 20 мм. Как видим, очень просто и легко собрать и разобрать данный инструмент под названием трубогиб, именно для круглой трубы. Верхний ролик можно проворачивать с помощью ручки. Или с помощью аккумулятора. Кому как удобно. Нижние ролики регулируются. Два положения. Первое положение значит выше. Оно в самом конце. И второе положение, чуть ближе к середине, самая низкая точка. Вот имею 1,5 метра двадцатки трубы. И теперь я ее попробую согнуть с помощью вот этого инструмента, трубогиба. Ну что, давай попробуем.
Как видим, данный инструмент спокойно справляется со своей задачей. Гнет трубу без никаких проблем. Единственное, что надо было бы сделать перед работой, это закрепить трубогиб на каком-нибудь столе. Тогда будет намного легче и удобней работать с данным инструментом. Этот трубогиб сможет гнуть трубу до 40 мм. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.